Меня зовут Ира, и сегодня я открою вам секрет, как брать высокие ноты и как соединять ваш голос, который внизу грудной, и фальцет. Есть такое упражнение, называется слайд. Очень замечательное, оно позволяет вам безболезненно и очень легко выйти на их ап и потом вернуться вниз. Сейчас я покажу вам, как оно будет выглядеть. Звук очень резко наверх. Покажу, как это может быть. Это все опыт. И для того, чтобы убрать вот эти вот очень резкие переходы, как раз нужно делать слайд. И сейчас мы сделаем несколько слайдов вверх и вниз. Поехали вместе. Идете вниз и вверх. Покажу сейчас. Вашу переходную зону. Это именно зона переходных нот, где уже очень сложно петь полным голосом, но еще не звучит фальцет. Также рекомендую петь это как мальчикам, так и девочкам, причем можно вместе со мной, не на октаву ниже, а именно так, как пела я. Всем спасибо, удачного занятия! Подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои отзывы и комментарии и обучайтесь вместе со школой вокала Drive.